Дорогие друзья, вас приветствует магазин «Куплю все». У нас появился ноутбук от компании Lenovo, моделька B50-10. Данный ноутбук является офисным вариантом. Чуть позже расскажу. Состояние по корпусу отличное, без каких-либо потертостей и сильных царапин и повреждений. Дисплей тоже целый, без выгораний, без засветов. Коротко по характеристикам. Установлена Windows 10, оперативной памяти 2 гигабайта, можно добавить, чтобы было 4. Процессор здесь Intel Pentium N3540 с частотой 2,16 Гц. Так, показывает, что он двухъядерный и четырехпоточный. Видеокарта Intel HD Graphic. Хранилище здесь установлен HD на 500 гигабайт. Также мы здесь уже поставили, предустановили программы, это как AIMP, WinAMP, браузеры и офис. Такой вот неплохой офисный вариант для работы и учебы.